Bhagi sajusho vadane Lakshmir jasya cha bhakshasi Jasya asti hidaya sambhit Tvam nishinga maham bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Pralaye Nastayam Bani Veda Sangitam Mayadu Brahmane Prakta Dharma Yasyam Madhatmakaha Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagat Guru said that Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada говорит, что в нашей ежедневном баджане, жизни баджана, мы должны всегда следовать, поддерживать преемственность Бхактивинода Тхакура. Мы должны пытаться следовать этим идеям Бхактивинода Тхакура в нашей ежедневной жизни, в баджане. Гауди Гуштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что в нашей жизни баджана мы должны пытаться поддерживать принципы Шрилы Бхактивинода Тхакура всегда. Бхактивинодара никогда не может быть потеряна или остановлена. Бхактивинодара, она останется, она будет всегда быть, может быть, в каком-то скрытом, непроявленном виде, как Фалгуноди есть в Индии. Подземные реки, внешне не видно, если откопать, то выкопать немного песка, то мы увидим и также преемственность и поток учения Шрилы Бхактивинода Тхакура, он никогда не остановится, может только скрыться из виду. Ну что, мы и наблюдаем. И вот мы видим, что мало кто заинтересован в следовании учению Бхактивинодары. И вот Шрила Прабхупад говорит, что Амная Гуру Парампара может быть сохранена только сохраняя Бхактивинодару, учение Шрила Бхактивинодакура. Что такое Бхактивинодара? Это не только слова Бхактивинодакура, а все, что в соответствии с ним. И вот Шрила Бхактивинодакура говорил, Гуру Парампара, Амнаявани. И вот защищая Бхагавад-дхарму Амнаявани, мы можем защитить чистую преданность, иначе это невозможно для нас. День за днем люди игнорируют Бхактивинодару и теряются. Что говорить о Бхактивинодаре? Мы не можем найти даже честных людей. Сидя в Вьясасане, я говорю, покажите мне хоть одного честного человека. Я не говорю о саду святых, просто честных людей в наше время мало, даже в соответствии с материальными стандартами. К сожалению, день за днем все деградирует. Но Бхактивинодара должна быть. Шрила Прабхупад говорит, иногда мы можем видеть под именем Гуру Севы. Шрила Прабхупад говорит, иногда мы видим под именем Гуру Севы, кто-то отклоняется от пути Гуру Пад Падме. Шрила Прабхупад говорит, можно видеть, что под именем Гуру Севы иногда люди отклоняются от пути Гуру Пад Падме, но материалисты не могут понять, и весь мир не всегда это понимает, это редко.
И вот те, кто следует Шриле Прабхупаде и Бхакчану Такуру, только они могут понять, а другие люди нет. Шрила Прабхупада говорит под именем Гуру Сева, можно видеть, кто-то отклоняется от пути Гуру Прабхупады, в то время как какие-то преданные можно видеть. Посторонние люди не имеют представления о том, что эти преданные, возвышенные преданные, они находятся в ученической преемственности. Шрила Прабхупада говорит, иногда мы видим, что за пределами нашего понимания кто-то следует пути Гуру Прабхупады и поддерживает силу парампары. Хотя внешне это может быть не видно, но какой-то преданный, не знаменитый, неизвестный, но поддерживает Бхактинандару таким образом, что он сохраняет эту Бхактинандару. Внешне мы можем видеть, что Бхактинандара идет так, но идет она не так, а как и по-другому, но не все это понимают. Это действительно странно. Во время Шри Чайтаньи Махапрабху он хотел показать нам процедуру баджана, что нет. С начала до конца Махапрабху хотел показать нам все полностью, что такое баджан. Бхакти пратикул карджо барджан барджан ангикар. You can show me one man. Кто может следовать этому? Кто заинтересован в том, чтобы следовать тому, что благоприятно для бхакти, и отвергать то, что неблагоприятно? Не у каждого есть такой темперамент. И даже далеко не у всех есть склонность к служению. Во времена Шри Чайтаньи Махапрабху хотел показать, что такое харибаджан и как защитить наш харибаджан. Но после того, как Шри Чайтаньи Махапрабху ушел под руководством группы Санатаны, я имею в виду Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, и вот они решили взять на себя ответственность за поддержание и сохранение учения. Потом Вишванача Кровати Бладавиде Бушан и другие пришли. И потом после них был промежуток, не было. Это как такое время тьмы наступило, и не было преданных, которые могли бы защитить и сохранить это учение людей. Обычные люди оказались в замешательстве, что делать, как делать, когда делать, кому следовать. Они не понимали, как совершать харибаджан. И после этого седьмой госвами Бхактивинода Тхакур явился. И после этого Шрила Бхактисиддханта Сарасвати госвами Тхакур Прабхупад пришел. Кто-то из нашей Гурварги, те, кто следует Шриле Прабхупаде, они тоже они хотели следовать учению Махапрабху в первозданном виде. Потом опять период тьмы наступил. И вот Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит, если кто-то говорит о себе, если
глубоко преданным Гаудии, но игнорируют учение Гуру-Варгу. И они игнорируют учение Гуру Парампары. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о таких людях, что они шпионы Майи. И они могут развалить всю процедуру Бхаджана. Я думаю, как долго я могу говорить. Может, мне придется прекратить говорить, как наша Гуру-Варга, и придется молчать какое-то время, как некоторые вайшнавы, когда они видят, что весь мир против бхакти, они берут паузу и ничего не говорят какое-то время. И Шрила Бхактивинода Тхакур тоже в Анубаши, в Упадешамрите, Шрила Прабхупад пишет. Бхактивинода Тхакур также хотел, он явил лилу болезни в конце своей жизни и народом Тхакура. И таким образом они хотят явили такую лилу не сотрудничество со всем миром, видя, что мир не готов принять их учение. Если это возможно для меня, обрести Кришну, просто сидя в какой-то удобной комнате с кондиционером, с кучей прислуги, если бы таким образом можно было достичь Бхагавана, то каждый мог бы, но к сожалению, нельзя. Я пытаюсь сделать что-то для вас, но все же не всегда получается защитить вас в этом. Моя неудача, что же делать? Я совершал парикраму без отдыха, писал, но все же что-то не все сделано, что же делать? Санатан Госвами, он совершал парикраму каждый день. Я тоже совершал парикраму каждый день, даже однажды, два раза в день, не для себя, 8 километров. Было жарко. И таким образом о, Гуру-Варга хочет дать нам, хочет защитить нас, но майя настолько сильна, что очень тяжело защитить кого-то от майя, от этой иллюзорной энергии. Если Санатан Госвами лучший из ачарьи, мы знаем, Санатан Госвами, он лучший из ачарьи, указан Махапрабху как Самбанта Гьяначари. Если он совершает парикраму каждый день, то есть он совершал парикраму каждый день, покажите хоть одного ачарью, который совершает парикраму пешком вокруг Гаватхана, если вижу хоть одного такого, я поклонюсь ему. What all they want to give all false. If they do one parikrama in sunlight, то есть можно видеть в наше время те, кто занимает просто ачарьи, даже парикраму Гаватхана один раз пешком не могут обойти.
ну, большинство из них. Они думают, что сидя в комнате с кондиционером и разговаривая, можно обрести Кришну, но не так все просто. С помощью аскез можно обрести какую-то силу, но опять же сила, могущество и бхакти — это разные вещи. Экалабхья, совершая аскезы, он обрел какую-то силу. Целомудренная женщина, следуя целомудрию, тоже может обрести какую-то силу. Но это не значит, что ей не нужно следовать бхакти, и она обретет Кришну. Нет. И люди в замешательстве, они не понимают, что такое бхакти. И я думаю, день за днем ситуация становится очень опасно. Майя, она захватывает весь мир. И тут одна организация все скупает, пытается дурачить людей, раздает просад бесплатно и пытаются популярность какую-то завоевать. Но популярность и бхакти — это разные вещи. Много раз я говорил, что абсолютная истина никогда не может быть популярна. И вот признак преданного, тех, кто совершает севу, сокровенную севу, мы не можем представить даже о их, о том, чему посвятили они свою жизнь. Они могут просто собрать миллионы долларов, просто идя на какие-то компромиссы ради лапхи, пуджи, пратишчи. И вот только чтобы защитить Амная Вани, Шрила Прабхупад много раз говорил, что единственная обязанность ачарья защищать Амная Вани. Это единственная обязанность ачарья. Могут, конечно, заниматься другими делами, но главное не забывать, главное это защищать Сиддханту, учение Сампрадая. Но мало кто заинтересован в этом. И вот та шлока, с которой я начал. И вот эта Веда Амная в процессе потерялась. Бхагаван Шри Кришна говорит, в процессе время проходит, и она теряется, и Бхагаван вынужден помочь, чтобы защитить это учение. Как Бхагаван говорит, и вот эти слова значат Бхагавад-дхарма. Когда Бхагаван говорит «моя дхарма», это значит Бхагавад-дхарма. То, что я хочу проповедовать, это моя сваруб-дхарма. Бхагавад-дхарма. И чтобы принять Бхагавад-дхарму,
это сварупа, то есть так, одно из качеств дживатмы принять, Бхагавад-дхарма. Сам Кришна и Бхагавад-дхарма не отличны друг от друга. Что же делать в процессе времени? Бхагавад-дхарма, она теряется, и вот когда она теряется, Бхагаван хочет возродить ее, и он приходит и начинает заново. И таким образом я дал это знание Брахме, Брахма, Ману, и таким образом через Гуру Парампару оно, это знание дошло до нас. Парампуджа Падшила Кешава Госвами Махарадж говорит, во время Шри Чайтаньи Махапрабху, если кто-то совершает оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнава, говорит какую-то неправильную сиддханту, даже в Лапачаре, то они были наказаны. За днем Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что в то время только те, кто были заинтересованы в том, чтобы совершать харибаджан, они приходили. И вся эта Парамхамса Бхагавад-дхарма, она текла непрерывно через последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, но в процессе времени люди начали придумывать какую-то ложную сиддханту и пытались доказать, что это правильно. И вот возникли ложные ачарьи, которые начали тянуть одеяло на себя. Но поскольку люди забыли об учении Махапрабху, и а как же узнать об учении Махапрабху? Только если мы будем зависеть от Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, тогда мы узнаем об учении Шримана Махапрабху и прочие подлинные гуру варги. И вот в материальном мире мы можем найти такую формулу, то что большинство не может ошибаться. Но есть такая пословица, что если кто-то что-то, какое-то большинство что-то поддерживает, оно считается правильным. Но насколько это правильно? Я вот иногда думаю, что делать может скрыться на какое-то время. И вот мало, даже ни одного ачарьи, который мог бы кооперироваться со мной. Многие идут ради каких-то корыстных мотивов, отклоняются от учения Шримана Махапрабху. Даже читание Бхагавата есть. Но кто исследует, я не имею права говорить ничего, что не находится в преемственности. Можно видеть, некоторые ачарьи готовы продать свою собственную сампрадаю ради каких-то мелочных материальных интересов. Иногда я думаю, что же делать. Шрила Прабхупад также, он с тяжелым сердцем говорил,
Я хотел дать так много сокровенного знания о баджане, та причина, по которой я пришел в этот мир, но я не вижу достойных людей. Ситуация, она противоположная. И вот я хотел дать так много сокровенного знания, но времени мало. Только чтобы утвердить Сиддханту, чтобы избавиться от майя, от иллюзии. Столько времени ушло, вся моя жизнь прошла. И вот я хотел так много вещей сказать, но времени мало. И что же делать? И вот майя, иллюзия очень сильна, что я не могу бороться с майей. Весь мир майя захватила. И кто готов слушать это об абсолютной харикатхе? Шрила Бхактивилас Тирта Госвами Махарадж. Кунджа Бихари Видьябхушан. Шрила Прабхупад хотел оставить свое тело, повторяя харинам. Но из-за Кунджоды, Кунджа Бихари Видьябхушана, сегодня мы успешны в том, чтобы обрести все учение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Он главный. На самом деле он явился в Яшоре, в Чарулии. Сейчас это на территории Бангладеша оказалось. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж тоже явился там, в той области, тоже в Джашоре. Но не в той деревне, а где-то там поблизости, много преданных оттуда. И оттуда, в итоге, отец умер. Ну как? Они были достаточно знаменитой, богатой семьи, но потом как-то разорились и были в очень таком сложном положении. И вот он приехал сюда, в Калькутту, искать работу. И в то время работы было просто получить, народу было мало, англичан много. И вот Британская империя была, та еще бардака такого не было, как в Индии. И получил работу в этом, на почте, по милости какого-то саду. Однажды он собирался сесть на электричку или на поезд и увидел какого-то саду, не Гауди саду, а какого-то другого. Он предсказал ему его будущую жизнь. И после этого в поисках Гурупад Падме он ходил по разным миссиям, искал духовного учителя. И однажды пришел в дом каких-то сахаджи, и в итоге он подумал, что наконец-то нашел то, что я искал. Вот это оказался
какой-то сахаджи, какой-то лицемер. И вот ночью он спал и во сне увидел, что два тигра с двух сторон. Один его гуру, а второй жена этого гуру. Но, там не жена больше, а сожительница. И пытаются они напасть на него. Чтобы убить его. И вот он решил, что лучше тут не оставаться, и никому ничего не сказав, он ушел из этого места, и тут случайно встретился с Шрилой Прабхупадой Бхактисиддханта Сарасвати. Это был особый день. В день самадхи Гуру Кишор Дас Бабаджи Махараджи, в этот день он встретился с Шрилой Прабхупадой. В итоге он взял отпуск. Чтобы слушать Харикатху Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. И вот еще очень важная вещь, этот кунджада. И наш севак и Шрилы Прабхупады Парамананда Прабху. Они оба с одной деревни. Парамананда Прабху и Кунджада. До этого его Шрипати звали. И его брат был Ганапати Самвитананда. И вот Самвитананда был младший брат Кунджоды, Ганапати, а того Шрипати звали. И вот Шрила Прабхупад хотел отправить в Англию, чтобы он учился на адвоката, на юриста. И кто-то недоумевал, зачем ему учиться на адвоката. Но если чья-то адвокатская деятельность будет защищать общество преданных, то это хорошо. Эту деятельность можно занять в служении Гауди Матху, и поэтому все тут хорошо. Шрила Прабхупада Ганапати в Англию не отправлял, чтобы он стал материалистом. Поскольку собственность Гауди Матху увеличивалась, нужно было это как-то защищать, но поскольку была Британская империя в то время, нужно было это в соответствии с британским правом все это защищать. И также Шрила Прабхупад его отправил не просто учиться на адвоката, но еще и проповедовать в процессе. И вот таким образом Шрипати, и вот он работал на почте, на государственной работе. Ну, в то время
на государственной работе должны были работать честные люди, поэтому всяких взяточников, коррупционеров и прочих сразу выгоняли без всяких церемоний. Это сейчас бардак везде, а в то время порядок был. И вот можно наблюдать, что многие ачарьи говорят одно, а делают совершенно другое. Но мало кто может делать то, о чем он говорит. И вот он взял отпуск, чтобы слушать Харикатху от Шрилы Прабхупады Кунджуда. И Парамананда Прабху, он организовал его проживание и пропитание там, в Гаудиаматхе. Он был его другом. И вот он слушал пару дней Харикатху от Шрилы Прабхупады и недоумевал. И говорил, когда я слышу Харикатху, я думаю, говорит только о том, что он единственный саду, больше саду нет никаких, что он несет. И вот решил уезжать, сказал, не могу тут находиться, пожалуй, уеду, но тот сказал ему, ну хотя бы неделю подожди, нет, то, что я не понимаю, что он говорит. Я думаю, что он критикует кого-то. Нет, это не критика. Шрила Прабхупада сказал, я редактор не только книг, а также вашего характера, поведения, этого общества преданных, вы не понимаете меня из-за беспричинной милости. Подлинный саду, он посвящает всю свою жизнь, чтобы дать, чтобы показать вам, что есть что. Но некоторые превратно понимают его. Столько милости у саду, что они не могут потерпеть, что вы отклоняетесь от духовного пути, Шрила Прабхупад говорит. Если кто-то превратно понимает меня, и если кто-то поддерживает склонность к наслаждению, то будьте уверены, это ваш враг, а не гуру. Какие-то негодяи не могут прийти ко мне. Если придут, то вскоре уйдут. Не смогут находиться рядом. Я очень счастлив такому положению дел. И поэтому я не позволяю всяким негодяям и плохим людям приходить ко мне. Если хотят слушать Харикатху, могут слушать по интернету.
я никогда не иду на компромиссы. Лучше качество, чем количество. Кто-то хвастается, что в их храм ходят 500 человек постоянно, но если детально присмотреться каждому, то увидим, что преданных там совсем нет. Если сам человек не преданный, то как 500 преданных он найдет? Если я преданный, я могу показать вам, что такое преданность, а если я сам не преданный, то что я могу дать вам? Можно видеть, бывают глупые ачарьи. Проповедуют всякую смесь непонятно чего. Ну, смесь всякой, так сказать, ситанды, которая не смешивается. Ну, суть в том, что пропаганду с проповедью не нужно путать. Некоторые ачарьи очень хвастаются своим богатым происхождением, хотя если посмотреть, жили в крайней нищете, даже есть нечего было. А как заняли место ачарьи, так говорят всем, что с очень знаменитой богатой семьей происходит. Пытаются своих родственников выставить как спутниками самого Шрилы Прабхупады, хотя они просто харинам получили в конце жизни. Я не говорю, что ачарьи нет, ачарьи должны быть, но, к сожалению, их мало. И, по крайней мере, внешне мы не можем наблюдать. И вот качество и количество, они, как правило, вместе не бывает. Нужно стремиться либо к качеству, либо к количеству. Если стремимся к чему-то одному, то другое, как правило, оно теряется. И вот этот Бхактивилас Тирта Госвами Махарадж Сипати по просьбе своего друга Парамананды, по крайней мере, 7 недель послушай. Нет, я не понимаю, нет, ты слушай и поймешь. Я обещаю тебе хотя бы неделю, за 3 дня, что ты поймешь. Не можешь принять правильного решения, поэтому сначала послушай Шрилу Прабхупаду неделю и посмотри. Это моя просьба. И вот, слушал неделю и понял, он говорит Харикатху, настоящую Харикатху. Я превратно понял его, я думал, что он кого-то критикует, но нет. Он пытался показать нам разницу между настоящей преданностью и тем, что не является ею, между Бхактивинодарой и тем, что не является Бхактивинодарой. И в итоге он решил посвятить свою жизнь лотосным стопам этого великого саду Шрилы Прабхупады. Бхактисиддханта Сарасвати много раз и говорил, что у меня ничего нет, я подобен нищему.
увидите, как я живу во Вриндаване, то увидите, как же я живу как простой нищий, поэтому с собой никого не приглашаю. Я не хотел возвращаться из Вриндавана, но нужно. И когда я возвращаюсь, я опечален, поскольку сейчас вот вынужден с такой неблагоприятной ситуацией встречаться там, по крайней мере. Как-то попроще. Жизнь коротка, но все же я хочу сделать что-то. Поверьте мне, я хочу сделать что-то значимое. И вот таким образом, что сказать? Кунджада хотел посвятить свою жизнь Шриле Прабхупаде. As our idealism, I mean, as our guru, what we can expect in our life? If we are going to follow the idealism, душе, как идеалу в нашей жизни, то чего ж мы достигнем? Guru, what we can expect? We can expect nothing. All back end, null and void. It is the nature of common people. Это природа обычных людей. Прабхупада Кешава Госвами Махарадж говорит, это природа обычных людей, те, кто в майя. Что люди ищут то, чего нет. Если где-то бхакти нет, они стремятся туда. Но то, что бхакти там нет, не все замечают. Не каждый может прийти к Гокишу Бабе, он может как-то грубо ответить, но зато у него есть бхакти. И вот в какой-то книге приводятся его цитаты, его такой грубый язык, грубое выражение — это благословение. Я тоже иногда грубо выражаюсь, как в Раджавасе. Что же делать? И таким образом, после слушания Харикатхи, он решил получить дикшу и получил посвящение от Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати. И в итоге Кунджада решил принять Шрилу, Шрилу Прабхупаду пригласить в Калькутту. И все настаивал, зачем вы пришли в этот материальный мир, чтобы спасать обусловленных душ, если вы будете здесь совершать баджан в Майяпуре, в деревне, оставите свое тело, я этого не потерплю. Поэтому давайте проповедовать. И вот решил перевести Шрилу Прабхупаду в Калькутту. И вот на улице Ультаданга, в первом доме, там была основана Бхактинот Асана. Бабджи Махарадж там жил неподалеку, в пешей доступности. И вот он вел свою семейную жизнь так, как-то поддерживал. Зарплату, которую получал, он большую часть отправлял Шриле Прабхупаде. He used to take the salary packet, even not counting.
И вот Шрила Прабхупад сказал, как ты можешь поддерживать свою жизнь? Как-то стараюсь. В итоге Шрила Прабхупад решил отправить какие-то деньги его семье, ну, его, поскольку тот не мог ничего брать, а все отдавал Шриле Прабхупаде. Я думаю, сейчас мы не можем найти даже одного человека. Кто может посвятить свою жизнь Гуру Варге? Это очень редко, не могу сказать никто. Тот, кто хочет посвятить всю свою жизнь Гуру Варге, таких очень мало. Мы думаем, если мы посвятим, его кто-то думает, что если принесет деньги Гурудеву, то Гурудев будет доволен. Гурупад Падма, он не какой-то бедный человек, как думают некоторые ученики, так называемые, как думали, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж очень беден, что ему нужны деньги. И вот полчаса назад я говорил, нужно быть внимательным и смотреть за всем, поскольку внешне с первого взгляда не всегда можно понять, кто есть кто, кто подлинные последователи, а кто просто лицемер и злоупотребляет своим положением. Если я совершу самоубийство, это не так плохо. Ну, конечно, плохо, очень плохо, но все же не так плохо, когда кто-то совершает самоубийство и заодно убивает тысячу людей. Это гораздо более плохо. И вот если один преданный совершил ошибку, упал в процессе, может шанс получить, но тот, кто дурит весь мир, тот, кто обманывает весь мир и всех своих последователей, таким людям наказание гораздо более суровое. Назад им уже не выкарабкаться. Те, кто постоянно идут на какие-то компромиссы. Что такое компромисс? Это оставление хорошего и принятие чего-то плохого. И поэтому на компромиссы мы не идем. И когда две страны приходят к какому-то обоюдному согласию, но в чистой преданности Шрила Прабхупад никогда не говорил, что... И вот Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати никогда не говорил, что мы должны жертвовать Бхактинандарой, преемственностью Шрилы Бхактинандары ради каких-то корыстных интересов.
Но, к сожалению, можно наблюдать такое, как многие занимаются этим. И вот Кунджада, он служил Шриле Прабхупаде. Какое служение он совершал? Можно увидеть, что какие-то люди не служили Шриле Прабхупаде, но говорят о каких-то возвышенных вещах, но что толку от этого? И как можно поверить, что такой человек начал проповедовать по указанию Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, если хоть один документ, подтверждающий это? Смотрите, если я говорю Харикатху по указанию Гуру Варги, и Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Такура, я говорю Харикатху, то нет никакой надежды, вероятности падения нет. Если по указанию Гуру Варги и Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Такура, я говорю Харикатху, то возможности падения нет. Может, у меня не будет популярности, но и никакого падения, деградации тоже не будет. И вот о моем Гуру Падме я могу привести свидетельство, как такой великий саду. И Шрила Прабхупад хотел дать саньясу Парамананде. Но после этого Шрила Прабхупад заболел и ушел из этого материального мира, явил такую лилу. Гуру Падма плакал, что Шрила Прабхупад хотел дать мне саньясу и не успел принять, и вот его уже нет. Но во сне Шрила Прабхупад явился, дал саньяс мантру. И сейчас есть свидетельство этому. 50, 60 лет, 70 лет? 70 назад Гуру Падма, когда увидел этот сон, взял свой дневник и записал этот сон, эту мантру, которую он получил. И в итоге он решил принять саньясу от Бхакти Гора Вайканас Госвами Махараджа. Он никогда не говорил, что я получил саньясу от Шрилы Прабхупады во сне. Даже, хотя он действительно получил, и вот Шрила Бхакти Памунпури Госвами Махарадж за всю свою жизнь не говорил никакой лжи. Но сейчас можно видеть, что большинство так называемых духовных лидеров врут, как дышат, без всякого зазрения совести. Вся их проповедь строится на лжи. But I have what kind of power I have that you can understand after. I'm not speaking that Indian government is there with me, Narendra Modi. I'm not speaking. They are all in favor of me. If I can prove that your Guru Padma is speaking all false to him, I can become angry. They can become very angry, they can take step. My power is divine. И вот я не завишу от какой-то материальной силы, а завишу от духовной. И вот Кунджада посвятил свою жизнь служению Шриле Прабхупаде. Он утром готовил. Кунджада не, даже не жил со своей женой, ну, в своем доме.
Кунджада, у нее была какая-то квартира арендованная, где жила его семья, но сам он там не жил. Он жил в том месте, где жил Шрила Прабхупада, чтобы служить ему Бхактивинода Асане. И вот с утра повторив Анник, он готовил и угощал этим Шрилу Прабхупаду, и потом он шел на работу. Если он узнавал, что Шрила Прабхупада чем-то заболел, то он оставлял свою работу под страхом увольнения и шел посмотреть, что с Шрилой Прабхупадой. И после этого и вот это Бхактивинода Асан, это Гаудия миссия. Миссия, это она не отлична от Гаудия миссии, поскольку это миссия Гаудия Матха, она уже началась там, в этой Бхактивинода Асане. Вот много интеллигенции приходило, чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду. Бхакти Сиддханту Сарасвати. И вот у Кунджады он приглашал знакомых и всех остальных. Если кто-то хочет увидеть подлинного саду, приходите. И обстановка, окружение в то время было, это был 19 век начинался. Ну, это был какой-то 1900 какой-то год, такой золотой период. Не только духовные лидеры, даже ну, было много честных людей, социальных рехаматоров, могущественных людей, все они приходили к Шриле Прабхупаде, как моя Гурупад Падма Кунджада. Они в то время тоже пришли. И вот для миссии, для этой читания миссии Кунджада начал. И вот он занял где-то денег, не говоря Шриле Прабхупаде. Но в итоге он занял столько денег. Что решил отправиться на работу в Варшу, чтобы выплатить все свои долги. Это была проверка Бхагавана. I don't believe false philosophy. Penniless is to travel in Vrindavan. Bus, train, I have no money. Purposely used to live. И вот он жил простой жизнью. Purposely. I wanted to undergo this kind of... Я тоже так жил простой жизнью, хотел посмотреть, что произойдет. Могу ли я зависеть полностью от милости Бхагавана или нет? Unnecessary, I was driven out of each mart.
Но меня выгоняли почти со всех матхов только потому, что я говорил о Шри Прабхупаде. И вот поэтому я привык жить в лесу, хотя и из большого города, но все же привык жить буквально в лесу. И мои занятия спортом мне тоже помогли в такой лесной жизни. И поэтому я готов был встретиться с любыми трудностями. И вот такая простая жизнь, я думаю, это благословение. И вот кто-то спрашивал, почему я такой бесстрашный. Я бесстрашный, потому что я жил такой простой, бедной жизнью, я уже ничего не боюсь. Если мне кто-то чем-то угрожает, я просто смеюсь. So this way, Kunchoda, you cannot understand. I can remember the life of a disciple of Ramanujacharya, Bharadra, penniless. Even though, вот можно вспомнить жизнь Бхатраджа. И вот если я покажу вам все письма, которые Шрила Прабхупада написал Кунджаде. Very nice, excellent. Now, when Kunjoda gone to Varsha to И вот в общем этот Кунджада, когда уехал в Варшу, чтобы заработать денег для поддержки читания Гауди миссии, Шрила Прабхупад написал письмо ему. Он плакал и писал: «О, мой дорогой Кунджа Прабху, может быть, это мое последнее письмо. Мое здоровье становится хуже. Может быть, это последнее письмо. Или если я буду жить еще, может, еще одно письмо напишу, но не надейся». И поэтому и вот в соответствии с желанием Гауранги Махапрабху наш этим Госвами Риши проповедью, защищая достоинство Гуру Варги, и служение Виграхе Даме. Эти Госвами написали множество книг. И вот это желание Гуранги Махапрабху о Кунджада.
будь уверен, если ты сможешь следовать мне и тому, что я делаю. Я никогда не стремился к популярности. Если ты можешь проповедовать послание этих книг Госвами и чистую преданность, если ты сможешь защитить достоинство Дхаммы, Гуру Вайшнавов в служении Виграхе. Я знаю, это очень тяжело, но все же, если ты сможешь делать это, то я уверен, ты обретешь полную милость Шри Чайтанья Махапрабху. Это наша единственная надежда в нашей жизни. То, что в какой-то день Гуранга Махапрабху станет доволен мною. И я живу с этой надеждой. Я знаю, весь мир может выступать против меня. Мало кто может потерпеть такую неприкрытую истину, но в тот или иной день я тоже занят Ванисевой. Я никогда не хотел. Много раз мне предлагали взять какой-то храм в Вриндаване, даже храм Лалиты Сакхи. И вот в Варшане там с Нимбарка Сампрадая кто-то или Нарада Муди мне предлагали какие-то храмы взять, но я не был готов, хотя я хочу служить Рада Шима Сундари Гуранге. Я хочу служить им, как мой Гуру Махарадж, всем сердцем. В уме я совершаю служение. И вот я занят Ванисевой, много вопросов приходит, нужно на все отвечать на разных языках. И вот в итоге Шрила Прабхупад написал письмо. И вот Шрила Прабхупад пишет Кунджаде последнее письмо. Там он указывает на его вечную сварупу. Какая-то глупая гопи. Которая не может. Она очень простосердечна. И не может отпроситься у мужа и этой матери мужа, чтобы служить Кришне. А другая гопи, Бимала Манджари, она ищет возможность эту глупую гопи как-то увести из дома, чтобы она могла служить Кришне, о которой Радхарани думает, что она подобна ее глазным яблокам. Вот так все иносказательно. Радхарани думает о ней как о своих глазах буквально. Куда она ушла, где она? Plain-hearted, she cannot make fool of husband and mother-in-law to serve Krishna flawlessly. So another gopi, Bimal Manjari, going to search out opportunity to engage, to give opportunity to serve. This way, Srila Prabhupada говорит, как о себе, как он Янамани Манджари, а и вот я, у меня есть много вещей, которые хочу сказать. Шрила Прабхупад был очень рад посетить его деревню. Шрила Прабхупад посетил его деревню. Он говорил там Харикатху. Шрила Прабхупад говорил: я падшая душа, и
А у вас есть такая огромная любовь ко мне. Если у меня будет такая же любовь, как у вас, то я достигну успеха. И вот так много вещей я хочу сказать. Нужно обсудить с разных сторон эту тему. И вот он получил саньясу от Ашрама Махараджа, одного из учеников Шрилы Прабхупады, и получил имя Бхактивилас Тирта Госвами Махарадж. Перед тем, как оставить тело, Шрила Прабхупада сказал, Пунджада, он выбран как менеджер всего Гаудия Матха. И пока он живет в этом мире, все и каждый должны выражать почтение ему, его посвящение, его любовь ко мне, бесподобная, несравненная, и все участники Гаудия Матха должны выражать почтение ему. Он может управлять всем этим Гаудия Матхам. Если кто-то оскорбляет такого великого преданного, то что-то сказать. И вот сегодня конец. Завтра, может, договорю то, что не успел сказать сегодня. Маяду брахмане практя дхарма ясьям махатма каха. Джай Шрила Бхакти Вилас Тирта Госвами Махарадж ки. Джай. Джай Сапарша Сапарика. Сапарша Сапарика. All. Even Попад told. Джай всем спутникам Шрилы Прабхупады, всем, кто участвовал, помогал в его миссии, всем последователям. И всем они получат полное благословение.